здравствуйте, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Ну, я думаю, что наконец-то пришло время открыть мою волшебную коробочку. Но те, кто является моими постоянными зрителями, знают, что в этой коробочке лежат обычно бижутерия, которую я приобрела за последнее время и которую еще ни разу не показывала на канале. Ну вот, именно здесь я сейчас храню то, что я приобрела за лето. То есть за 3 летних месяца. И хотя лето еще не закончилось, осталось еще немножечко, тем не менее, я уже могу подводить какие-то итоги и могу вам что-то показать крайне интересное. И мое это видео будет, скорее всего, разбито на 2 части. Первую часть я покажу брошки. Винтажные, конечно же, необычные, старинные, но такие, со стразиками и так далее. А во второй части я вам покажу совсем-совсем другое. И это будет огромным сюрпризом. Ну что ж, приступим, пожалуй, к первой части. Брошек за лето собралось необыкновенное количество. Но тут, правда, не только брошки, но в основном брошки. И это были разные источники, и блошиный рынок, и интернет, и thrift store, то есть second-hand. То есть все, что только мне удалось найти. И, пожалуй, приступим. Приготовьтесь к сюрпризам. Начать хочу я вот с этих вот 3 брошек. Они смотрятся как будто это наборы с клипсами. Но на самом деле я попыталась сочетать мои старые клипсы из моей коллекции с брошами, которые вот я недавно купила, чтобы составить сеты. Удалось мне или не удалось это, я не знаю, вам судить. А пока что приступим. Хочу начать вот с этой замечательной брошки. Посмотрите, это стеклянная мозаика. Вот с таким хорошим винтажным замочком. Видите, здесь прошировка. И брошка, конечно, достаточно старенькая, но в очень хорошем состоянии. Сказать, насколько она старенькая, не могу. Как видели вы, маркировочки здесь нету, но, тем не менее, брошь удивительно хороша. И я думаю, что вот эти клипсы, которые я подобрала, ну, должны сочетаться, во всяком случае, мне так кажется. Вот давайте на эти клипсы посмотрим внимательно. Сейчас вот брошь, да, и вот клипсы. Я думаю, что по цвету как раз вот тут присутствует оранжевый. Ну, то есть, можно носить, я считаю. А сами клипсы по себе очень хороши. Вот посмотрите. Видите, вот только хорошие компании такой задничек делали. Всегда. Это очень-очень-очень хорошая работа. Клипсы достаточно старые. Это, наверное, 50-е годы 20 века. Я думаю, не старше. Но, в общем, удивительно хороши. Мне нужны будут ваши комментарии, чтобы вы сказали, подходит, не подходит. Не бойтесь меня критиковать. Я совершенно спокойно и нормально отношусь к критике. Так что вперед! Следующая вот такая наборная брошь, видите, вот с такими кристаллами и опять-таки с очень похожим задничком. Я не очень люблю наборные броши, но это было так дешево, что я не удержалась, тем более я помнила, что у меня есть вот такие вот замечательные клипсики, видите? Я считаю, что это очень хорошо подходит, и получился, сложился сет. Так, давайте посмотрим на это поближе, вот на таких винтах. Подвешены. Ну, то есть очень и очень приличная работа. И очень мне нравится, когда вот такие бусины, да, они с большим количеством граней. Вот это говорит о хорошей работе. Так. Ну, а вот эта вот брошь, ну, это нечто замечательное. Посмотрите на нее, это дерево, а вместо яблочка в жемчужинке. Наверное, это яблонька, я так думаю. И... вот такая вот хорошая обороточка. Знаете, когда купила эту брошь, она была совсем другая. Там было что-то наклеено, какие-то вот, ну, в общем, бог знает что. И как только я начала ее мыть, все это попадало. Я все это переклеивала, то есть восстанавливала. Ну, и я нашла вот такие вот клипсики. Я думаю, это все очень хорошо подойдет. Очень я люблю такие клипсы, что называется классика жанра. Посмотрите, какие они симпатичные. Вот
Так вот, не маркированные, к сожалению. Хотя у меня много клипс маркированных тоже. Вот, но я вот решила вот так вот сделать хорошие клипсы, хорошая работа. И никогда не зазорно их одеть хоть куда. Я думаю, что этот сет сложился, не правда ли? Итак, продолжим наш обзор. И следующие три пары будут у нас вот такие. Ну, во-первых, вот эта замечательная стрекоза. Она была из лота. С интернета я ее заказывала. А видите, какая она симпатичная. Правда, здесь утерян один стразик. Но это ничего. Это мы починим. И вот такая у нас оборотка. Так она в очень хорошем состоянии. И я решила, что вот эти вот клипсы должны сюда подойти. Посмотрите, какие симпатичные клипсы. Какая прелесть. Во-первых, форма. Аврора Бореалис. Стразы. Вообще сделано, ну, очень хорошо. Может быть, даже стрекоза немножко так поскромнее. Но мне очень и очень нравится вот оборотка клипс. Прошу. То есть очень-очень красивая и хорошая работа. И мне кажется, что с этой стрекозкой все будет замечательно. Это будет хорошо-прехорошо смотреться. Еще один набор вот такой. Это уже продавалось все вместе. Это сет. Как видите, узор одинаковый. Очень нежные фарфоровые вставки. Я не уверена, деколь это или ручная работа. Ну, скорее всего, все-таки, знаете, трудно сказать. Обычно я пасую всегда перед такими вещами. Не могу определить. Но похоже на деколь. Но очень-очень-очень нежные пастельные тона. Красивая форма. А самое главное, посмотрим на оборотку. Видите? Ну, конечно. Это компания 1928. 1928. Американская винтажная компания. Вот. Ну, в общем, я считаю, что это очень-очень-очень симпатичный набор. Я с удовольствием его буду носить. Я люблю такие вещи. И хочу вам показать вот это. Ну, коробочка и коробочка, да, скажете вы. Анне, прошу. Это еще один набор. Серьги и брошь. Посмотрите, какая красота. Знаете, дешево это не стоило. Но когда я покупала, это дело было с потерями. Здесь не хватало вот одной жемчужинки. Ну, я нашла, вставила на самом деле. И посмотрите, какая потрясающая работа. Видите, да? Это, конечно, было заказано с интернета. Я не помню, сколько это уже стоило. Но, вы знаете, отличная работа. Просто супер. Тяжелая брошка. Ну, клипсики так немножко полегче. Так, давайте посмотрим клипсы, как сделаны. Так, вот так сделаны клипсы. Ну, то есть, тут было за что платить, честно говоря. Я думаю, что, хотя это и не маркированный абсолютно набор, но это все-таки какая-то очень серьезная компания сделала. Потому что, ну, очень красивая работа. Еще два набора, которые я составила из разных абсолютно элементов. Вот посмотрите на эту замечательную брошь. Потрясающе, не правда ли? Это мое пополнение коллекции брошей со вставочками вот такими вот. Но это, конечно, деколь, хотя, вы знаете что? Похоже, что это деколь с подрисовкой. Ну и я нашла вот такие клипсы в своих запасах. Покажу вам. Вот. Они, конечно, совершенно другого рисунка, но по цвету, по стилю очень подходят. И я думаю, что это можно совершенно спокойно носить вместе. Видите, какая красота получилась. Вот оборотная сторона наших клипсиков. Опять-таки, не маркированные, но очень-очень хорошая работа. И фарфоровые вставочки просто замечательные. Вот эти клипсы я покупала в лоте. А вот эта брошь, ой, она тоже была в лоте, но в другую. Ну, в общем, все вместе получилось очень интересно. Не правда ли? Мне очень нравится. Давайте я сейчас вот так вот положу на руку и посмотрим, что у нас тут происходит. Вот видите, какая красота. Очень симпатично. И вот еще один набор, который сложился. Посмотрите, очень подходит, правда?
И хотя это брошь отдельная, и клипсики покупались отдельно. Кстати, клипсы уже давно-давно лежат в моей коллекции. А вот эта брошь совсем недавно в лоте у меня случилась с интернета. Но они как-то, знаете, в общем-то... Это можно носить вместе. И вот посмотрите, какие здесь хорошие застежечки на клипсах. А вот это у нас оборотка на брошке. Тоже симпатично. Без маркировки, да, но очень-очень прилично выглядит. А главное, винтаж, явный винтаж. Ну, в общем, все очень красиво. Мне нравится, а вам? Ну, а сейчас давайте рассмотрим все, что осталось. Ну, понимаете, целое лето, и, конечно, за целое лето много чего нашлось. И в интернете, и на блошиных рынках, и в секонд-хендах. Поэтому получилось много. Я быстренько сейчас пройдусь по всему этому. Я думаю, вам будет интересно. Ну что, начнем, пожалуй, вот с этого. Вот такая брошь. Это, конечно же, пластик. Так он сделан. И это, конечно же, 70-е годы. Вот так делали в 70-х. Такие броши были очень популярны тогда. Следующая брошь у нас... Ну, давайте возьмем. Две камеи мне попались. Смотрите, хоть это и пластик, но какой хороший профиль. И те же самые 70-е. То есть очень-очень старенькие эти броши. И это то же самое. Вот это вот. Тоже опять-таки пластик, но не избитый профиль. И вот застежка уже более серьезная. Ну, то есть это даже может быть и 50-е, 40-е годы. Следующее у нас пойдет, наверное, вот эта брошь. Смотрите, какая красотка. И эта брошь, насколько я помню, маркированная. Так, давайте смотреть. Наверное, вот здесь надо смотреть. Так. Ладно, потом посмотрю, что это такое, и вам напишу, хорошо? Ну, вот такая вот замечательная, очень красивая брошь, без потерь. Такая нарядная, ажурная, очень хороша. Затем посмотрим, давайте, ну, предположим, вот на это. Это брошь из лота. Посмотрите, какая она интересная. Эмаль, металл, филигрань. Вот такая застежка. А, вот так эта брошь носится, да? Да. Вот так. И мой любимый зеленый, конечно же, цвет. Но очень красивый и в хорошем состоянии. Почти без изъянов. Затем давайте посмотрим вот на эту вот шикарную бабочку. Тоже эмаль. Красиво очень. Вот так сделано. Знаете, тут что-то такое непонятное. Нет, это не маркировка. Но бабочка очень хороша. А я люблю летом носить бабочки. Тем более, это такой синий цвет. Ну, красиво, посмотрите. Следующая брошка, которую я хочу вам показать, вот это. Как я люблю вот такие вот вставки перламутровые. Веночек. И вот. Это американка, конечно же. Такая очень винтажная. Следующую брошечку, какую я вам хочу показать, это вот это. Посмотрите, какая нежная веточка. Стразы с различными цветами. И вот так она сделана на изнаночке. Красиво, правда? И еще вот эта брошь. Сердечко. Ну, очень-очень хорошо. Деколь, конечно же, но красиво. Вот такая. О, да это же 1928 компания, а? Надо же. А я даже не посмотрела, честно говоря, потому что она в лоте лежала. Ну вот, пожалуйста. Моя коллекция 1928 пополняется. Это радует. Затем посмотрим вот на это. О, тоже фарфоровая ставка. Да, деколь. Да, стандарт. Американка, видите, какой замочек. Видно, что ее так хорошо поносили. Значит, она была любимая. Ну, радует нас это, правда? Так, затем посмотрим вот на эту брошку. Это так называемая черная вдовья брошь. Викторианская эпоха. Бог его знает. Но видно, что брошка старенькая. Ну, стиль викторианской эпохи. Вот. Теперь хочу удивить вас вот этой брошью. Ну, как вы думаете, знатоки русских брошей узнали? Ну, конечно же. Это ростовская финишть. Но самое интересное, что я эту брошь купила с американского сайта Mercury. Представляете?
И женщина, которую я продавала, явно не знала, что она продает, поэтому написала «Бог знает что». И брошь эта была совсем недорогая. Ура! Так, ну и что еще? Последнее, пожалуй, что я вам хочу показать, это вот этот двойной клип. Видите, какая прелесть. Хорошо сделано, не правда ли? У меня такое чувство, будто взяли две клипсины и сделали из нее вот такой двойной клип. Я не знаю, может, я и не права, но мне очень понравилось. Ну и потом, опять-таки, это было в лоте, а поэтому тут особо выбирать не приходится. Я очень часто беру лот только ради одной броши, а все остальное как повезет. Ну вот, видите, я вам практически показала все броши, так или иначе, со стразами или со вставочками, но все, что вот за это лето я нашла. Но на самом деле у меня есть для вас сюрприз, мои дорогие. Вот то, что вы сейчас сегодня увидели, это как бы первая часть. А вторая часть будет совсем-совсем другая. В следующее видео это будут сюжетные броши. Новое пополнение моей коллекции. Я обожаю сюжетные броши. Вот думаю, показывать вам хоть что-нибудь и не стоит. Ладно, покажу всего лишь одну брошку, чтобы вас заинтриговать. Ну, чтобы вам было поинтереснее. Ну, посмотрите вот на это. Красиво, правда? Очень красивая брошь. Рука с веером, с цветами. И вот видите, она маркированная. Но про это я вам расскажу в следующем видео. И брошей будет немало. Поэтому спасибо вам за то, что вы сегодня посмотрели. За то, что были со мной. И до скорых новых встреч. То есть до следующего видео. До свидания. С вами была Инесса из Нью-Йорка.